Вот такой старый ремень. Вот такую вот пряжку от какого-то ремня. И милый старый древний ремень. Всем привет, друзья. Значит, имеем вот такой старый ремень. Коричневый. Вот такую вот пряжку от какого-то ремня. Но у нее отломана вот этот болтик, и, в общем-то, это вся история сломана. Так, и имеем вот такой вот старый древний ремень. Уже здесь пряжка полезла полностью. Но у него есть вот эта вот штукенция. Нам понадобится набор отверточек. Можно такой, можно любой другой. Выбираем нужную, откручиваем. Чистим немного. И вставляем. Ну, естественно, пробили тут дырку. Но она вот, кстати, и не вставляется, потому что маленькая. В этом случае нужно еще раз увеличить немножко дырку. О, есть. Так, вот это вот сюда. Будет двутонный. Ремень. Так, ну и вставляем вот этот вот болтик и закручиваем. Немножко вот это выровнять можно, да? Можно поплотнее, так, но чтобы поплотнее, нужно взять другую отвертку. Потому что это... Ну, такую отвертку я взял. Вот так. Все. Вот такой получился практически новый ремень. Кстати, вот этот ремень. Видите, здесь дырки самостоятельно сделаны. Потому что этот ремень использовался с другой пряжкой, она без дырок шла. Вот такой двухтонный ремень получился. Двутонный. Ну, неплохо. Вот такой лайфхак, друзья. Тем более 2 тона. Сейчас это очень модно в настоящее время. Все, всем спасибо, всем пока.